Как наладить грамотное ведение архива в районах области? Этот вопрос сегодня рассматривали на заседании регионального правительства. С этого года Минкульт запустил проект «Единая архивная информационная система». Это задача, поставленная майским указом президента. Сейчас в области действует 19 архивных отделов, а информация ежегодно пользуется более 67 тысяч человек. Уже несколько лет серьезной проблемой остается нехватка специалистов. В связи с кадровой проблемой одной из стратегических задач отдела по делам архивов является создание совместно с администрацией Северного Арктического Федерального Университета курса бакалавриата по архивоведению и делопроизводству. Реализация данной задачи позволит создать кадровый резерв не только для архивов, но и для музеев, библиотек, а самое главное, административных служб области. В числе проблем также нехватка площадей, слабая материально-техническая база и большой объем работы по исполнению запросов. У нас должна с вами быть методическая основа того, как мы будем все-таки вот нашим коллегам из муниципалитетов подсказывать, где как правильно, значит, вот все-таки реорганизовать или модернизировать сферу архивного хозяйства, потому что важнейшая это на самом деле составляющая документа оборота, и мы здесь не можем просто так вот пенять постоянно на то, что деньги отсутствуют. Стоит заметить, на 100% загружены архивные хранилища в Верхнетоимском, Конурском, Красноборском, Ленском, Лешаконском, Новодвинском, Северодвинском, Устьянском и Холмогорском архивах.